чем все завершится. И это Мэтт Кук, появившийся со скамейки оштрафованных. Вновь он шайбой. Ох, Брэдли как убирает Мэтта Кука. Но, по-моему, убирает так рьяно, что сейчас 2 минуты-то заработает. Но тут и Джордан Сталл уже подоспел. По-моему, Мэтта Брэдли завалил. И сейчас сверху лежит, покатай меня, большая черепаха. А Мэтт Брэдли действительно большой. Ну и Джордан Сталл не маленький. Вот высказывание относительно Брюса Будро. Если те изменения в игре, глобальные изменения в игре Вашингтона и работа Брюса Будро